Знаки зодиака, поцелованные Богом. Им дан бесценный душевный дар. Эти знаки зодиака умеют то, на что другие не способны. Им дарована Богом способность заглянуть прямо в душу человека, познав все его светлые и темные стороны. Это большое благо и большая ответственность. Близнецы несут всему человечеству разъяснение, что происходит вокруг. И человек прозревает. Близнецы не слышат, что говорят, но ищут ответы и знания для всех, кто их окружает. Они стремятся дать знания всем, кто просит, а также тем, кто не просит ничего. Дар знаний у близнецов в крови. Водолей смотрит в грядущее и видит любые возможности и потенциал свой и своих друзей. Но даже в большой толпе водолей одинок. Он свободен от друзей и семьи, хотя и семья и друзья есть у него. Новые дороги, водолею дороже жизни. Он служит человечеству, а не человеку. И так будет вечно. Дева скрупулезно проводит исследования о человеке. Напоминает об ошибках и призывает к совершенствованию. У девы дар высокой степени мышления. Она внимательна к мелочам и всегда готова на чистые и ясные поступки. Козерог будет работать вечно в поте лица. Он знает, что богатство приходит тогда, когда много работаешь. И учит этому же других людей. Люди идут за ним, время от времени перекладывая на плечи Козерога тяжкую ношу. В своей карме Козерог несет ответственность. И это надежно. Телец обязан закончить все, что посеяно другими знаками зодиака. Иначе все усилия будут направлены в пустоту. Никаких сомнений и поворотов на середине пути не может быть. Телец не полагается на других. Он всегда несет свою ношу сам. Огромная физическая и нравственная сила у тельца. Весы. Как неизбежное напоминание об обязанностях, присутствуют везде. Они учат всех и призывают к сотрудничеству. Также обдумывают момент отступления, если кому-то не понравится обучение. Если где-то не лады, ссора или драка, весы утихомирят любого. Они имеют огромный дар любви. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда.